Пуджики, специально для тех, кому зашло аниме по доте, Epic Loot выпустил обновление Кровь Дракона. Новые тематические кейсы, в которых лежат шмотки такого же цвета, как кейс, а также БП и много левелов к нему. Допустим, кейс Слайрок. Огненно-красный, соответственно, все вещи в нем тоже красного цвета. Я затестил на лакичах и золотого плечо на Акса. Но это еще не все. Battle Pass Helper также на месте. По специальной ссылке совершенно бесплатно, а не за 300 рублей, как он стоил раньше. А за каждые 15 уровней ты залутаешь гарантированную аркану или 40 БП очков. А если пройдешь весь БП, то залутаешь ДК-хук или аркану на дровку на свой выбор. И не забывай про елку подарков. Все СНГ Epic Loot дает миллион подарков, которые можно открывать бесплатно, раз в 2 часа. А также получать очки для ежедневного топа, где самому активному игроку дадут аркану. Переходи по ссылке в описании, вводи промокод и кайфуй. Всем привет, ребят. Сегодня у нас пуч. Хотели услышать позиции 4, но нет. Сегодня пуч позиция 5. Потому что я фпшнул, но Леон захотел пойти на четверку. И, так сказать, я особо не против. Могу и на пятерке побегать по джем. Только вот непонятен один момент. У них Урса, ЛЦ и Эмбер. Кто из них тройка? Вард поставить. Окей, ЛЦ керри. Это Урса тройка, кажись. Что? Что? Чертов гений. Я пересмотрел, ребят, он не гений. Он просто на 310 МС, и я еще выбежал сразу с базы, то есть я не стоял АФК. Я тут же побежал на Убучи 280 МС, а этот чувак купил 7 лейс. И он просто пробежал, поставил вард сюда, самый дефолтный. И я, как дудик, ну, поставил вард на вард. Хотя если бы я пробежал вот так и бахнул сюда, то он бы не спалил. Ладно, мне нужно купить два сентрика. Он он на сентри просто поставил. Все ставят сентри сюда, он бахнул сентрик вот сюда. Красиво, домбрейкерша. Так, ты где, дерьмо? Ой, правильно я сделал, что купил 6 тангусов. Отвали. 310 МС, я понял. 15 секунд. Мне нужен второй уровень. Так, интересно, он себе большой заблочил или нет? Нет. Ну, молодец. Что я могу сказать? Что сделал? Реально, норм ты зарофлил. Он выживал 100 из 100, если что.
Только зря я выжил. Пойду сдохну. Ну и заберу руну при этом. Так, еще раз, мне нужно понять, почему этот чувак поставил статус Эндрю? Он что, гений? Он тогда что я статус поставлю? Все, вроде мы тут. Мне кажется, нужно еще одну фласку купить ему. То есть дождаться 15 секунд, чтобы... Терпи, мужик. Ждем. Надо сюда крюкнуть меня. Блин, ему нужно прорубить мне дерево. Тяжело, две жирные твари. У него короче, но нет, он ПТС еще купил. Руби давай деревья. Падла. Подходить к ним точно нельзя. Если я под вышку не хукаю, мы не убиваем 100%. Что дэмэджа тупо не хватит. Новый сентри притащил, кажись, да. Мейнбот. Что он тут делает? Еще одна фаска нужна. А что они вообще триплой стоят? Level 5. Ой, боже мой. Вот стакнул? Нет, не стакнул. Че, он на бэй не ушел, надеюсь? Нет. Не знаю, где Бэйн, но я просто заблочился. Должен был выживать. Ну тяжело против Урса стоять. Какого фига вообще чувак взял Урсу тройку, и к нему идет Огр? Это вообще что за бред? Слава богу, они на гулю пописали. Что-то приятное. Ну, у меня, кстати говоря, для пятерки офигевший энфорс. У меня транквила есть. Что мне делать? Мне на самом деле так впадло с ним стоять. О, рыбочка.
Это да. Вот это стан мужик выдал. Это был лучший стан в его жизни, мне кажется. Кстати, а чё я не использую возможности своего героя? Плохо нажал. Нажать. Я хотел Урса убить. О боже. Хотел просто прикончить Урсу. Но он знал, доджил. Не забывает, что Урса 6 уровень. Фантомки 7.5 уже. В чем смысл такого Урса вообще? Так, он хочет в боте стоять, да? Я хочу книжку. Даже нет смысла стик нажимать. Вар стоит. Плохо, плохо. Это неприятная смерть. Реально нафидели просто так. Нам было с вообще не идти. Можем пойти гуль убить. С косой некро. Но некро у нас очень большой. Так, смог купить. Без меня, ребят. А у меня тэпки нету, я экспу хочу. Ладно, я на ноге побегу просто. Бейн хир. Че-то полное дерьмо, ребят. Бейн левел 6, guys. Вар, прям под ними вар стоит, я уверен. Курса. Даже что ли вас стоит? Нормально. Я убью тебя. Но умру. Убью, но умру, но минус грипп, это нормально. Забавная катка, конечно, смешная жесть. Кто из них сильнее, давайте посмотрим. Ну, Гуля точно сильнее. Чем просто штепку жарить. Гуля мидас, у фантомки, почти БФ, кстати говоря. У него тайминг БФ хороший.
такой. Вроде и не кажется, что он против Урсы и Огра стоял. У тебя же косы нету. Колесико опять сломалось. Конечно, конечно, сплюс. Эхук, эхук, Огр. Орбейн. TP bottom. Main plus one, guys. Main plus one. All TP bottom. I have no mana. Wait, 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 bro. Wait. I'll try. Wait, wait, mana. And I'm coming. I'm ready. You can ulti. Как он доджит? Я не понял. Он же меня даже не видит. Или видит? Я не могу понять, как он задоджил этот хук, если у него не было вижна на меня. Так, надо не забывать, что я пятерка. Я буду, наверное, просто дагер покупать. И все. Чтоб под некрай крать, и все. Ого, там. Заруба. Байтед, байтед. Мне кажется, там где-то вижу стоит, но я просто не могу прочитать, где. Слишком тяжело. Было близко, бро. I use TP bot, guys. We have nothing to stop him. We need here, maybe, I don't know. You need judge. It's also worded here. Мне кажется, за вышкой. Давайте затестим. Просто. Мне кажется, за вышкой ward. Недавно стал. Guys, the ward plays if you want to win bottom lane. Where, bro, where? One sentry, two sentry. I don't know. Here. Put ward, I put ward here, and he dewarded here. 100% ward. Ааа, почему я сдох? А может меня тут не найдут? Да парни. Ну ж, надо было сюда забежать. Ну какой же я дурак. Вот здесь нычка же. Что, я бы рубил? No grip, no grip. Тут у чела дозолечка. Он умер на урсе. Говно вонючее. Это тоже сдох. Хорошо, хорошо. Трипл килл для фантомки, у него дозоль скоро. Как здорово все. Может гост себе купить просто? Так, ТП я не буду тратить. Next книгу я заберу. Варды все скуплю. Смоки не стакаются, все здорово. Подфармлю немножко, пока есть возможность. Так, где он там говорил вард? Вот здесь, да? Окей, я иду чекать. Не дай бог там варда не будет. Помолимся, чтобы урса тут не было. Тут в центре. Где вард? Ну вот здесь, окей. Нет, здесь они не могли поставить вард. Вот здесь в центре точно стоит и вард, потому что он задолжил мой хук. Они сами убьют. ДД у фантомки.
можешь поднять мана. Только не убивай на урсе меня. А, он умер. Дерьмо на урсе, блин. Просто лишь бы Джаджика убить. Лишь бы Джаджика убить. Двенадцать тиков. Что, что? А, огр. А, я понял. Блин, я только сдох, ничего вообще не получил с файта. Ненавижу умирать первым, но... Что поделать? Тут ВКБшка тарится. Так, ребятки, все эти ваши разговоры не имеют смысла, когда Джуджик качает свой блинк. Can you help me? I wanna put war, guys. Look, guys, for kill. Куда собрался, дерьмо? Еще раз. Каков же кайф? Может сюда бахнуть? Он еще не дофармил, вы прикиньте. Манга это с начала игры у меня, оно... Can smoke kill Russo, guys, I have a... Блинк. Ну, 100% вард стоит. Лук Эмбер, гайз. Да, блин. Нормально он убьет. Иди. Мне нравится, блин, эта игра. Но мне нужен гост. Иначе меня будет Урса убивать всю каточку оставшуюся. Вот, собственно, вардик. Мы знали, что Сандряк дает вишен на 12 секунд. Ой. И что Сандряк это цветок. Да, я не буду подпушить. Да, это жестко.
Бейн еще где-то была, ну-ка. Мог ли он сюда вард бахнуть? Надеюсь, он АФК, но он может в амулете стоять и ждать. Я почти уверен в этом. О, рыли? Да тварь, ну встань. Окажется, они все. Ну вроде как. Может огры ждут, но что-то мне подсказывает, что мы уже победили. Да, мы выиграли. Да, 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 мы победили. Вот вам и Урса тройка. Мне вот интересно, какой нетворд был по итогу у Фантомки. Потому что мы стояли не идеально, потому что у меня просто на хуки не перли, и в целом было неудобно. То есть линия так стала, что он на Урсе вот здесь стоял. Вот здесь он стоял, за крипами, и Огр здесь палил. То есть тяжело было из-за этого крюкать. А, еще он мне ветку не, ну, не пробил дерево. Блин, а мне чуть-чуть не хватает, да. Надо пойти забрать. Кого убили? Ах ты крыса. Забавно как-то. Уже на бюджет пятерки можно победить. Серьезно. Сейчас, самое важное, нетфорс Пашки. Я думаю, у него было где-то на 300-400 золота меньше, чем у этого парня. И вот когда я играю на пятерке PG, у меня постоянно, ну, МВП очень близко к первому месту. А когда я на четверке и даю жесткий импакт, у меня даже в тройке нету. Это немножко нечестно. О, нет, тут на самом деле серьезный перевес. Серьезный. У него получается на 600 золота больше. На 600. Это много. Зато у меня нетворс больше, чем у вражеской четверки. Такой кайфарик. У меня почти на 300 золота больше, чем у Огра. Ну, потом он меня перегнал, потом я его снова перегнал. Видите, сколько у меня денег. Он Мидас, кстати, покупал на Огре? Да, он с Мидасом, а Мидас появился на... А, катка уже закончилась, когда у него Мидас появился. У него Мидас появился на 21 минуте. И чекаем его нетворс. 4400 он перегнал меня по итогу? Не. Не перегнал, потому что мы уже снесли им бараки. Деньги за это капнули. Забавная 25-минутная каточка. Этот чувак хорошо отыграл. Мне понравилось, что он купил себе Тервала, и за это он всегда мог... Он купил себе Тервала Арчит на... в игре. Молодец. Ну ладненько, чё. Всем пока.